на драйве и я, Максим Пастушенко. Настало время очередного участника нашего тест-драйва. Поехали! Несмотря на то, что компания Brilliance позиционирует себя как нового игрока на нашем рынке, автомобили этой марки уже отчасти известны в нашей стране. В середине нулевых седаны М1 и М2 поставлялись к нам сначала силами фирмы Atlant M, а потом известного дистрибьютора автомобилей из Поднебесной Ирито. Кстати, позже даже была налажена их отверточная сборка на заводе в городе Гжель. Да, действительно, несколько лет назад мы уже начинали продажи своих автомобилей в России. Правда, тогда речь не шла о полноценном дистрибьюторстве. Продажами занимались сторонние компании. Но, к сожалению, кризис и изменения таможенного законодательства заставили нас отказаться от присутствия на российском рынке. Сейчас другая ситуация. Рынок изменился, условия тоже. Да и автомобили у нас теперь и другие. Мы с самого начала приняли решение о местном производстве. Во-вторых, сейчас рынок куда больше готов к продукции китайских автомобильных производителей. Да и наши автомобили стали намного привлекательнее. Первый мы решили запустить модель V5, так как кроссоверы наиболее востребованный класс в России. Но уже в скором времени мы с удовольствием представим целую линейку автомобилей на любой вкус и цвет. В общем, поверьте, все еще впереди. Прежде чем начать говорить о дизайне нового кроссовера, стоит заглянуть в историю самой компании. Создана она была в 1992 году, а корни ее создания уходят и вовсе в 1947 год. Изначально она специализировалась на производстве лицензионных автомобилей Toyota и разработке собственных моделей на их базе. В 2001 году состоялось подписание соглашения с баварской BMW. Помимо выпуска моделей 3 и 5 серии, китайцы совместно с немецкими инженерами и специалистами создали две самых известных модели – М1 и М2. Седаны получились действительно интересными, никак не подходящими под описание китайский. Доводкой новинок занималась компания Porsche, а за дизайн отвечали итальянцы из компании Pininfarina. Не думаю, что нам стоит бояться упреков в плагиате. Мы долгое время работаем с компанией BMW и производим их автомобили для местного рынка. Наши инженеры работают бок о бок с немецкими. Поэтому я
имеем современные и интересные машины, рассчитанные на европейского покупателя. Не думаю, что нам стоит бояться, что наши машины не понравятся в России. В настоящее время Brilliance является одним из крупнейших производителей Китая и продолжает производство лицензионных моделей для местного рынка, в том числе и BMW. Опровергать сходство с BMW X1 сложно. Только слепой не заметит знакомую оконную линию, характерный в вышном пуховке по бокам и узнаваемую оптику. Однако, как это ни странно, машина не является калькой немецкого кроссовера. Взять хотя бы размеры. Китаец выше и длиннее. А что касается непосредственно дизайна, то представители предпочитают оперировать понятием стилистическая схожесть. Тем более, что ко внешности новичка и в этот раз приложили руку итальянцы. Сама модель появилась в 2011 году и изначально должна была называться А3, но, сами понимаете, это было невозможно из-за созвучия с другой немецкой моделью. Несмотря на схожую внешность, V5 с технической точки зрения не имеет ничего общего с BMW. Машина построена на куда более простой собственной платформе. Интерьер Brilliance весьма самобытен, причем, наверное, даже немножко чересчур. С одной стороны, неплохой, скромный, простенький, но дизайн самостоятельный, оригинальный. Надо отдать должное, что материалы отделки очень неплохи. Хороший мягкий пластик основной. Передние панели на центральной консоли, огромная накладка, имитирующая то ли полированный алюминий, то ли сталь. И эти же накладки повсюду, и на дверях, и на передней панели, и на центральной консоли. Выглядит это, может быть, и стильно, но немного олиповато с одной стороны, а с другой непрактично, потому что так или иначе это все-таки пластик, который все-таки царапается. От постоянного протирания, от постоянных касаний. Но это, пожалуй, единственное, к чему можно придраться. В остальном, на самом-то деле, это сделать очень сложно. Кнопочки все аккуратненькие, не люфтят. Сделано все довольно добротно. Все поворачивается, крутится, включается, нажимается. От свойственной китайцам олиповатости в подсветке тоже не осталось и следа. Приборы подсвечиваются нежно-голубым цветом. И шкалы приборов, и центральный дисплей, и кнопочки на центральной консоли. В общем, все решено в едином стиле. Надо отдать должное, что и руль весьма аккуратно выполнен. Хорошая кожа.
комбинированная, перфорированная и обычная, аккуратная прострочка, аккуратные кнопочки на руле. Все сделано простенько, но со вкусом, довольно-таки аккуратно. Единственное, к чему можно придраться с эстетической точки зрения, это сиденье. Обшиты они каким-то немного странным материалом на вид. Какой-то то ли перфорированный, то ли очень грубый. Не знаю, что это за ткань. Честно признаться, и в эксплуатации она не очень удобна, и выглядит она не очень хорошо. Не знаю, насколько она будет долго служить. Что касается профиля сиденья, то здесь китайцы, видимо, немножко испугались того, что будут придираться опять, как к обычным, к азиатским машинам, что сидушка слишком короткая. Поэтому в этот раз они сделали ее, наоборот, слишком длинной. Во всяком случае, мне так кажется, и сиденье выглядит именно так. Зато очень хорошая боковая поддержка, весьма неплохой профиль на самом деле у сидений. Конечно, это не спортивные ковши, но сидеть в них комфортно. И говорить о том, что после долгих путешествий болит спина или ноги, нет, такого нет. Вполне нормальные, обычные сиденья. Хотя в этом случае, может быть, я, наверное, пожелал бы даже кожаной отделки. Хотя, в принципе, если не придираться, то сойдет и так. В остальном ничего особенного в интерьере я не заметил. Есть небольшая полочка под перчаточным ящиком. Сам перчаточный ящик не очень большой, но широкий, но не очень глубокий. Есть бокс между передними сиденьями, где находятся разъемы USB и AUX. Есть небольшой подстаканчик посередине, ниша для мелочей и бокс для той же самой мелочи слева от руля, кстати, оснащенный микролифтом. В остальном нормальный скромный салон, в принципе, так скажем, за свои деньги, и не стоит к этому придираться. Теперь давайте заберемся на второй ряд сидений. У заднего дивана весьма своеобразный профиль, очень сильно заваленная спинка назад, и спинка, и сидушка довольно-таки жесткие, практически нет пуфовки, поэтому сидеть здесь, ну не знаю, если неудобно, то как минимум неприлично. Зато довольно-таки много места, при учете, что переднее кресло отодвинуто до упора назад. Как видите, я сижу здесь совершенно свободно. По ширине здесь, наверное, усядутся и трое, но третьему среднему пассажиру будет неудобно сидеть из-за большого центрального тоннеля. Что касается каких-то предметов роскоши, то здесь ничего нет, есть только кармашки на спинках передних сидений, электрические стеклоподъемники и небольшой кармашек на подлокотнике и 12-вольтовая розетка. Нет здесь ни персональных дефлекторов обдува, здесь нету даже подлокотника. Ну что, теперь давайте заглянем в багажник. Конечно, здесь нету электропривода, но вот зато дверь багажника открывается так же медленно, как и с электроприводом. Багажник простой, незатейливый, нет здесь никаких хитрых ниш, креплений или каких-то органайзеров. Ровный пол, довольно правильная геометрия. Поднимается
панель пола. Здесь располагается полноразмерная запаска, специальные ниши для штатного инструмента и немножко ниш для того, что вы хотели бы перевозить. Кстати, и вокруг колеса тут места тоже очень много, можно чего-нибудь напихать. Сиденья складываются в пропорции 40-60, образуя практически ровный пол. Больше других вариантов трансформации здесь нет. Но, в принципе, класс автомобиля его и не предусматривает. Зато багажник закрывается быстро. Технические характеристики. Brilliance V5. Габариты. Длина 4405 мм. Ширина 1800 мм. Высота 1627 мм. Двигатель бензиновый. Объем 1590 кубических сантиметров. Мощность 110 лошадиных сил при 5800 оборотах. Крутящий момент 151 ньютон на метр при 4000 оборотах. Коробка передач автоматическая, 5-ступенчатая. Привод передний. Время разгона до 100 км в час 13,9 секунды. Максимальная скорость 165 км в час. Средний расход топлива 7,2 литра на 100 км. Главная проблема, которая, как правило, предъявляется большинству китайских автомобилей, это отсутствие собственного характера, отсутствие каких-то ездовых черт, свойственных именно этому автомобилю. Ну, если хотите, породистости. Как правило, они либо слишком жесткие, причем жесткие не потому, что они сделаны какими-то яркими якобы хорошо управляемыми автомобилями, а просто жесткими, либо наоборот слишком мягкими. Подвеска, как правило, очень сильно бухает. Так вот, чем удивил Brilliance, так это тем, что этот автомобиль действительно очень комфортный и очень гармоничный в езде. Да-да, я не шучу. И от этого автомобиля действительно можно получать удовольствие. К сожалению, эта машина не настраивает на какой-то боевой лад. На этой машине хочется спокойно ехать, никуда не торопиться, все делать размеренно, не торопясь. И делать все с неким упреждением. Например, если вам нужно разогнаться побыстрее, нужно чуть-чуть пораньше нажать педаль газа. При необходимости чуть-чуть пораньше включить нужную передачу, чтобы, имея определенный запас, разогнаться так и в то время, когда это нужно.
Что касается комфорта, во-первых, это очень тихий автомобиль. Здесь хорошая шумная изоляция. Двигатель даже на высоких оборотах почти не слышно. Хотя крутить его приходится довольно серьезно, но об этом чуть-чуть позже. Очень мало заметны шумы от дороги, вне зависимости от того, какой асфальт под колесами. Не очень заметны камушки, которые бьют по аркам. Конечно же, звук присутствует, но он не сильный, не назойливый. Сказал, по подвеске эта машина очень комфортная, у нее просто феноменальная плавность хода, она практически все неровности проглатывает, сглаживает, и даже когда едешь по, мягко говоря, не очень хорошей дороге, машина, конечно, потряхивается, но это не раздражает, это не сильно, это не сумасшедшая тряска, это не более чем информация о том, что находится под дорогами. Поэтому пассажиры и водитель не будут прыгать на ухабах, подвеска по возможности справляется со всеми дорожными изъянами. Но что касается больших, серьезных колдобин, если все-таки влетаешь в них, особенно на скорости, подвеска не отличается большой энергоемкостью. Но с другой стороны, от такой машины странно было бы ждать чего-то другого. Непосредственно управляемости, то V5 довольно-таки прогнозируемый. Усилитель рулевого управления здесь электрический, но усилие на руле довольно настоящее, натуральное, как будто это гидравлический усилитель. На большой скорости есть более или менее определенная нулевая точка, то есть ты понимаешь, в какой момент начинается отклонение автомобиля. Есть более-менее адекватная обратная связь, обратное усилие. В общем, как это ни странно, но китайские инженеры все-таки смогли достигнуть вот этого правильного баланса между более-менее грамотной управляемостью и достойным комфортом. Поэтому за это можно им смело ставить пятерку, наверное, даже без минусов. Самый главный минус можно поставить разработчикам именно за двигатель и коробку передач. Сами по себе они неплохие. Здесь установлен двигатель объемом 1,6 литра от компании Mitsubishi. Развивает он 110 лошадиных сил. Как сами понимаете, такой мощности для такого автомобиля не так уж много, поэтому ожидать динамических каких-то подвигов от этой машины не приходится. Плюс к этому такой двигатель агрегатируется с автоматическим гидротрансформатором и трансмиссией, которая в свою очередь отбирает
тоже часть крутящего момента, часть мощности. И поэтому, как я уже говорил, для того, чтобы ускориться, нужно делать все немного превентивно. Сразу скажу, что двигатель приходится крутить довольно-таки серьезно. Более-менее нормальная тяга начинается аж после 3500 оборотов. При этом двигатель с легкостью выкручивается до 5500-6000. Для того, чтобы этого достигнуть и попытаться все-таки максимально быстро разогнаться, лучше перевести коробку в ручной режим и щелкнуть на одну, а то и на две передачи ниже, для того, чтобы двигатель подхватил и начал тянуть. Появляется звук характерный, кстати, звук неплохой, и, соответственно, вот после 3500-4000 машина более или менее разгоняется. Слава богу, что этот звук не очень сильный, не назойливый, поэтому ехать можно на довольно высоких оборотах. Хотя, конечно, это же не идет в плюс ни двигателю, ни, собственно говоря, его расходу. Надо отметить то, что экономичность этого мотора тоже оказалась приятной. Запас хода очень большой. При этом, несмотря на то, что двигатель бензиновый с автоматической коробкой передач, расход у машины не такой уж большой. Подводя итог, можно сказать, что на удивление, если не брать внешность автомобиля, который все-таки вызывает некоторые ассоциации и намеки на, если хотите, плагиат, то что касается именно ездовых впечатлений, то это, пожалуй, один из лучших китайских автомобилей, на который мне довелось ездить, поэтому от этой машины действительно можно получать удовольствие. Как это ни странно. По всей видимости, представители настолько уверены в успехе своей модели на рынке, что уже с самого начала было принято решение о российской сборке кроссовера. Разумеется, производство было налажено на мощностях известного завода Дервейс в городе Черкесск, где рядом бок о бок с Бриллианс собираются и другие представители китайского автопрома для нашего рынка. Излишняя самоуверенность? Вряд ли. Скорее, вынужденная мера. Дело в том, что на фоне локализованных соперников конкурировать по ценам импортируемую машину практически невозможно. Без местного производства, а значит снижение себестоимости, никак не обойтись. К тому же имеющиеся ресурсы проще адаптировать и расширить и под другие модели, которые тоже решено будет продавать в России. Таким же путем пошли коллеги Brilliance из Тайваня с брендом LuxGen. Дорогой и экстравагантный LuxGen 7 получил российскую прописку сразу с началом продаж в нашей стране.
Основная аудитория V5, на которую рассчитывают представители компании, молодежь в возрасте от 25 до 35 лет. Причем в большинстве своем девушки. Скорее всего, те, кто не в состоянии пока что купить немецкий кроссовер, вполне могут довольствоваться китайским. Видимо, по этой причине Brilliance сразу привезли в Россию комплектацию с автоматом, которая предлагается по цене от 700 тысяч рублей. С одной стороны, может показаться дороговато, но с другой судите сами. Кроссовер с автоматом, системой стабилизации, передними подушками безопасности, кондиционером, полным электропакетом и прочими приятными мелочами. Едва ли можно найти похожее предложение даже среди корейских конкурентов. Если же этого все равно будет много, то можно рассмотреть базовую комплектацию за 639 тысяч рублей. Правда, придется пожертвовать кожаной отделкой руля, подогревом зеркал, противотуманными фарами и довольствоваться более простой аудиосистемой. Топовая же версия с кожаным салоном и люком в крыше обойдется в 734 тысячи рублей. Согласен, наши машины не сильно уступают в цене своим конкурентам. Но, по правде говоря, они им не уступают и в потребительских качествах. Мы смело можем говорить о том, что автомобили Brilliance могут наравне конкурировать с другими более известными брендами. У наших машин современный дизайн, рассчитанный на европейские вкусы. Отличное оснащение и хорошие ездовые характеристики. При этом, если сравнивать с большинством конкурентов, наши машины являются более выгодным приобретением в плане цены. Соперничать V5 на рынке. Ну, во-первых, конечно же, со своими земляками из Китая. Chery Tiggo, который тоже недавно обзавелся автоматической трансмиссией и предлагается по цене 535 тысяч рублей. Версия с автоматом обойдется в 645 тысяч рублей. Второй и, пожалуй, главный конкурент тоже новичок от компании Чинган. CS-35 продается по цене от 600 до 700 тысяч рублей. Среди европейских одноклассников можно назвать бюджетный Renault Duster, который можно купить по цене от 492 тысяч рублей до 804 тысяч рублей. На 70 тысяч рублей дороже выходит японский клон Дастера Nissan Тирана. H-220 и H-220.
касается нашего кроссовера, то через некоторое время к уже имеющемуся мотору мы предложим вариант с хорошо известным двигателем BMW объемом 1,6 литра, который устанавливается на баварские машины имени. Также хочется сказать, что мы планируем представить модель, которая будет поставляться напрямую из Китая, а не производиться в России. Но это пока тайна.